Витаю вас, мои дорогие, на канале Рулик 69, меня зовут Руслан, и это мир модификации нашей доблестной Евротрак Симулятор 2. Ну и, как я обещал, продолжаю упаковать вас шикарными звуковыми модификациями. У нас с вами осталось две Скании, да? Сегодня же у нас на обзорчике будет Скания Starline. Я думаю, шикарный старый грузовичок, на котором все в удовольствие катают. Напомню, что данный грузовичок у нас 49-й версии можно приобрести в автосалоне БУ грузовиков. Ну и, как всегда, приготовил я для вас на выбор три модификации. Это у нас Раста будет, будет у нас Кричбаум и, естественно, Зимот. Куда же без Зимот? Ребят, тьма модификации именно для Скании. Ну, из этого... из этой всей тьмы, да, я попытался выбрать три самых достойных. Ну, как для меня. Зайдет, будете катать. Не зайдет, вперед по сайтам в гугле. Тьма звуков. Если не зайдут те звуки, которые я вам предлагаю. Так что не вопрос. Ну, а мы же с вами потихоньку отправимся смотреть и слушать данные шикарнейшие звуковые модификации. Ну и надо благодарить наших доблестных мододелов, что дают нам возможность, да, катать с такими шикарными звуками. Итак, мои дорогие, вот наша доблестная скамеечка, да. Я оставлю себе звук вот 13 двигателя Евро 6 490 лошадок. Вот на нем я и буду проверять. Но смотрите, мои дорогие, я хочу вам напомнить, да, дефолтный звук. Мало ли, может быть, вы подзабыли, да? А потом, естественно, с вами будем подключать все наши шикарные звуковые модификации. Итак, поехали. У нас полнейший дефолт, ребятки, запускаемся. Так, а что у меня, сори, забыл, что у меня со звуком? А, на полтосик стоит, ну нормальный ход, это так у нас, это у нас так холостой ход на дефолте. Вот, ребятки, наш дефолт. Сделаем, как всегда, кружок почета. Ну, я не знаю, как вам, но мне... сей дефолт, ну, скажем так, никак. Ну, не заходят мне дефолтные звуки, хоть прибейте меня. Нельзя сказать, да, что это какие-то там свинячие визги, но вот эти, ну как-то, ну ни о чем. Хорошо, глушим данный дефолт, поехали, будем подкидывать наши звуковые модификации. Итак, мои дорогие, подкидываем нашу доблестную модификацию от Раста, да, напомню вам, здесь приняли участие все наши зачетные мододелы. Подкидываем Расту, применяем и поехали, будем слушать. Ну и, соответственно, мои дорогие, нам с вами не нужно никуда идти, не нужно переставлять двигатель, все это работает на ура. Просто напомню вам, да, что для Раста вы можете выбрать любой двигатель, который вам будет
Ну, удобен в игре и приятно будет на нем катать. Я же остался на 490 вроде бы, да? Ничего я не меняю, запускаемся и слушаем. Ну, это уже тема, да? Ну, тема, ребятки, обалдеть. Вот это сказка. Ну, мед на уши, прелесть. Не забывайте, да, в настройках звука настраивать все под себя. Зачет полный. Я думаю, со мной согласитесь, да? Что полный зачет. Дякуємо, Раста. Итак, мои дорогие, еще раз. Дякуємо, Раста, да? Отключаем Расту и подкидываем вот этот DS-13 от Кричбаум. Подкидываем его. Опа, применяем и поехали будем слушать. Ну и ехаем дальше, мои дорогие. Двигатель у нас DS-13, да, от Кричбаум. Так что мы с вами можем выбрать только вот эти 13 двигателя. Что у нас здесь? Ну вот я и был на нем, да, 490 евро 6. Вот. Ну и попробуйте, в принципе, может быть и на 16 будет работать. Ну, коль он уже прописан для 13, я думаю, что лучше имеет смысл, да, 13. Оплачиваем. И поехали будем, мои дорогие, слушать нашего Кричбаум. Опа, запускаемся. Балдежный холостой ход. Класс. Зачетище. Вот почему я, мои дорогие, не люблю катать на дефолтных звуках. Никакого удовольствия от езды на дефолтных звуках. А вот здесь вот чувствуется сила. Ну, бомбезно. Ух!
Аж душа поет. Душа поет, когда рулишь с таким звуком. Красава, красава, красава. Ну разве не прелесть, а, ребят? Да, вот это зачетище. Зачетище, ребятки, полное. Класс. Дякуємо, Крічбаум, як завжди. Ну і поїхали, у нас з вами остався останній звук. Це у нас буде D16 від Zimot. Дякуємо ще раз Крічбауму. Відключаємо Крічбаум і ставимо від Zimot D16. Опа, приміняємо. И поехали, будем слушать и наслаждаться, естественно. Итак, мои дорогие, смотрим, что у нас будет с Zimot, да? Так, здесь у нас Евро 3 480. Так, дальше у нас что? Евро 3 580 и Евро 3 640. Все. Вот что нам предлагает Zimot для DS16. Ну, берем 640, оплачиваем и поехали, будем слушать. Запускаемся. Балдеж. Холостой балдеж. Да. Я думаю, теперь вы меня понимаете, да? Почему я не сторонник дефолтных звуков. Какие перегазовочки. Класс. Ребята, полный балдеж. Не знаю, как для вас, но для меня это полнейший балдеж.
а холостой вообще прелесть. Класс. Не знаю, как вам, но мне хочется катать и катать. Бомба! Лосяра. А посему, дорогие, буду с вами прощаться, да? Бомбезный грузовичок, бомбезный звук. Катайтесь, мои дорогие, в удовольствие. Будь добру, будьте мне здоровы. Да, забыл за короночку, ребятки. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Еще раз, будь добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. До новых обзорчиков, всем пока-пока.